Пью ночью. Сегодня у нас воскресенье. Вчера мы погудели до 3 ночи. Я в 3 ночи домой приехал. Вчера еще, когда шашлык делал, оставил чуть-чуть дома. Сегодня у меня Макс. Жарим шашлыки. Вот этот шашлык должен быть обалденный, потому что он мариновался 2,5 дня. Да. Так что жарим шашлыки. Тут у нас еще мясо, сосиски. Да. Какой красивый шашлычок получается. Румяный такой, поджаристый. 100 пудов. Сейчас еще попробую. Пальчики оближешь. Ну что, мы уже тоже едем. Завезли бабушку домой. Что? Кто спал? Ты проиграл, да? Ты устал? Да. Да, папа тоже устал. Конечно, надо. А почему ты тебе дома не скажешь, тебе работу, так и за тебе не надо работать? Ну сегодня не надо, завтра надо. Тебе же в школу надо. Папе на работу.